Приветствую вас, дорогие зрители, на моем канале Михалыч Топи Геймс, и в сегодняшнем видео хотел бы открыть все три ящика в бункере за талоны на аккаунте Топ Геймера. У меня попросил открыть ему все три ящика, так как у него бункер не открывается из-за слабого устройства. Я решил ему помочь и открыть эти все три ящика, так как нужное количество талонов у него уже есть, то я думаю, тратить время на зачистку не буду, а вот открыть с удовольствием заодно и запилю вот этот видосик. Давайте увидим, что же выпадет. Что же выпадет? Вчера я выбил ему вилку, недостающий элемент, для того, чтобы собрать целый чоппер. Ну что, поехали. Первый, зеленый. Ящик, это вот он выехал. И давайте посмотрим, что в нем будет. Пробуем, что же тут получится. Итак, зеленый. О, неплохо. Два глока и лопата. Ну, в принципе, это пускай еще лопата здесь полежит. Я знаю, что максимально нужно поднять всего наверх. Но и также он просил у меня выбить ему часть двигателя, которой не хватает, чтобы скрафтить генератор. Давайте увидим, что же здесь. За оранжевый талон. Оранжевый талон. Что же тут у нас? Давайте побегаем. Нам нужна часть двигателя. Итак, открываем. Вот. Недостающая часть двигателя. 2 М16. Также глок. Давайте досточку положим. А вот это поднимем наверх. Часть двигателя 2 М16. А в прошлом 2 глока. Ну и, конечно же, давайте посмотрим, что будет в красном. Да, красный. Выпадет ли ему еще один баг? Так, ну, давайте побегаем вокруг ящика. Бегаем, бегаем вокруг ящика и открываем. Да ладно, блин, еще один баг. Этого я в шоке. Зачем? Зачем? Когда уже у него есть, блин, лучше выпадал он. Людям, которым это, ну, на самом деле нужно. У которых еще нету баков. У которых еще не собран чоппер. Видите, ребят. Закон подлости существует. И вот на этом примере я вам сейчас его и показал. Бак выпал. Бак выпал. Не знаю, зачем ему это будет, у него уже второй или третий бак. Я уже даже и не буду говорить. Так как это уже не первый. И чоппер у него уже есть. Вот такое вот видео у меня получилось. Ставьте, ребята, лайки под видосиком, пишите комментарии. Также не забывайте подписываться на канал. Спасибо вам всем за просмотр.